Чрезвычайно. Так. Кто это? Сегодня пятница. Готовятся к костру будут. Первое, второе, третье. Кто? Но мне надо сегодня работники после работы. Кто сегодня будет работать, кого я скажу, то в понедельник они до обеда не будут работать. Но чтобы не лезли к работающим. Столько часов, сколько они будут сейчас. Но до завтрака, чтобы работали. Нужно срочно шкурить, шкуры снимать с жердей. Они сейчас еще сырые, она легко отходит. А завтра ее, послезавтра уже трудно будет оторвать. Вот есть желающие. Значит, Ваня и Паша два. Так, подождите минутку. Все эти, дело, что работать надо с топором и с ножом. Вам не потянуть. Кто ножа в руках не держал, он просто опасно будет. Строго подчиняться, в рукавичках. Я натащу ножи, как бритва острая, кору снимать. Не знаю, посмотрим. Виктор Николаевич, ни шага никуда. Все. До одного. Я туда уже не иду. Я на вениках. О, я надену фуражку. Иначе меня капут. Посмотри, тарелку держу. Мимо проходит. Мне вчера скинул материал Михаил, отец Тимоши. Ехал в вагоне, в общем, была страшная жара, и у него давление, и пришлось с поезда ему слезть и в Тюмени. Не в Тюмени, а в Тобольске, кажется, он там побыл. Но я потом еще ему отдельно напишу. Видите, как жара влияет отрицательно. Никуда не выйдешь, железная коробка едет. А мы-то идем, и купаемся, и на ветерке сидим одни. А там даже на остановке-то ты никуда не выйдешь. Куда ты выйдешь-то? Ехать надо. Так что его звать Михаил, помолимся о нем, чтобы Господь сохранил его. Не дай Бог, что случится. А у Тимоши мама где-то, они разведены, но отца живет. И тогда вообще ничего не будет. Видите, какая жизнь, как скоро приходящая. Так, Виктор Николаевич, займешься этой командой, я ножи наточу, значит, Ваня уже работал, Ваня может работать, Паша может работать, Пашу научить плавать, задача номер один, плавать и нырять, это не годится, парень не умеет плавать и боится купаться, это совершенно никуда, такой геройский парень растет, и он поехать должен пловцом. Если ничего у вас не получается, буду купаться я отдельно с ним, я его научу быстро. Дайте еще ни одного дня. Дайте тихнуть. Все, Паша. Меня тоже можешь подучить? Можно, конечно. Вот, стой, воспитательный. Надо скорее сейчас жерди приготовить и там и поплавкам. Вопрос можно? Кто хлебом будет заниматься? Да ты, конечно. А как так одновременно и хлебом, ну, одновременно и жердями? Посадила, она в печке сидит, а ты-то не в печке, ты же наружу. Ты в это время шкуру ошкуришь. Да, Иван Тихонович, вас послушаешь, хлеб 5 минут стряпать. Мне это, Володя, 3 жерди? А? Я 3 жерди вообще шкурил. Вот ставьте шкурить, мне надо сейчас тесто раскладывать. А он знает, ему сказано, он шкурит. Вот и все. И шкуру шкурку снимать. С них снимает. Березы. Она сейчас до того сладкая, шкуру снимаешь, ее даже можно вязать. Такая сладкая. А завтра она присохнет, ее не оторвать. А сегодня она легко снимается. Мы могли больше взять. Ты маленький, мы боимся просто, чтобы... Нет, он говорит, научите его плавать. Так вот ты плаваешь уже. Ну, Володя. Он уже плавает, он плавает. Он плохо... Говорят, ты уже плавал. Он просто плохо плавает. Ну, плохо, значит, надо чаще. Я одного мальчишку учил плавать. Я говорю, на спине ты плавай вот так, а там озеро большое было. Перевернул его, а тут второй. Я второго начал учить, глянул, а этот уже чуть не на середине плывет. Лежит на спине, и вот так, как ногами, рычагами. Я его учу, а он уже поперек озера поплыл. А я ему кричу, а он что, уши там в воде у него.
Он научился, на спине легче всего плавать-то. Да. На спине вот так вот, как руками шевели, а ногами как вот так вот, и попер, и попер. Я с одним ребенком остался, а второй у меня уплыл. У нас были такие, мы давали значки, такие, которые, я чтобы пловец закончил. Я дом получил, там была станция спасения на водах, освод. Ну и мне достался их архив, много книжечек и значки. Ему выдали значок, как пловец. Но он пошел ловить рыбу и упал. Упал с пирса и закричал, тону. Забыл плыть как. Его вечером принесли мокрого, и я у него значок отнял. Разжаловал его, пока не научится. У нас так загородка была, называлась лягушатник. И в лягушатнике малыши плавали. И особый праздник был, когда из лягушатника в открытое море выходил он. Че? Смотри, он по Тарасе. Ну-ка узнай там. Тарасе еще-то не дали. Сухофрукты. Сухофрукты. Ну-ка дайте ему, третьего нету, да? Сухофруктов нету. Он сухофрукты просил. Нет, там нету уже. Один компот. И компот пряник? Нет. Сухофрукты. Шаки, каши просят. Нет. А сухофрукты. С компота косточки. А что, нету? Нету, нет. Еще раз дали. Ну, я не властен тут над этими чугунами-то. Но если можно, то дайте. Вон уже дали. Ну, видели, он к нам пришел, Илья, и он кого-то обозвал из ребят за то, что ему не дали этот фрутик какой-то. Ну и что с ним делать, с Ильей-то? Ну, поговорили, сделали ему хороший прутик, подарили, друзьями расстались. Нам что терять-то? Так что даже кепку забыл. Ешь быстрее. Платочек сзади чей лежит? Платочек чей лежит? Растяпа. Так, поели? Долго идешь, скорее беги сюда, Вика, без тебя нет ничего. Бегом. Во, теперь я вооружен. Ребята, хватит. В одну линию. Сдайте назад. Господи Боже, как ты дивно велик. Слава тебе за все, что окружает нас. Мы вспоминаем о обездоленных, парализованных. Господи, благослови их там. И нас помилуй, милости Твоя ради. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Вот не вовремя аминь. Кто звонит. Сейчас мы узнаем. Говори. Здравствуйте. Ну и что? Ну я же в деревне в лагере нахожусь. К 8 часам. Смотрите. Может быть там, может и буду я... Тут и не поймешь, какая связь-то. Мы как раз только что отзавтракали. Вы наши ролики смотрите? Видишь, как нам едет. Ну вот, естественно, сейчас вот это будет выставлено, и увидишь, что разговариваем с Сорокиным Дмитрием. Действительно. Ну, может быть, можно, а может и нет. А, ну все тогда, отошел. Все, понял-то? Не положено долго. Кому даю, полминуты постарайтесь. Самая большая минута. Все остальные дела вы дома наговоритесь. Батюшка едет. Батюшка едет. Спаси Христос. Так, сейчас батюшка полезет. Подожди. Нестор, сейчас громко скажем. Добрый день, батюшка. Добрый день, батюшка. Рене Урагановна. Давайте, накормите его. Ой, ой, ой. Ой, пришла какая. По горшкам, по нашим. Ага. Давай сюда. Давай сюда от горшков, как это тащите. Батюшка! Куда, куда? Ну! Отведите, отпусти его.
По всем. Пошла между ног. Уйди. Убирай чашку. Ну-ка. Ну-ка. Михаила, смс. Тихо. Все. Ну, Тимофей, диагноз с вопросом. Никакого диагноза. Просто... Она меня хвостом. Нормально. Компрессионный перелом 12-го позвонка. Какого? 12-го позвонка. Ну, еще. Физкультуры не освобожден, но на уроках бывает садится. Но дело в том, что идет, он никого не видит. Это какие? Это еще непонятно-то. Дальше, повезли две жерди, иди хоть держись, никаких, один сзади. И перестает заниматься. Ну, никакой. Никакой. Ну, надо его просто шевелить и все. Позвонки начинают считать. Ну, как я? Отец пишет. Нет, что это уже знал. Рена. Да как одинаковый? Разве я могу быть одинаковый, а? Отпусти его к шарику поиграть. А где шарик? Да шарик там. Там. Давай его, отпусти, куда наденешь? Пошли. Рена. Рена, ко мне. Сначала шарик был ее выше, да? Вот не знакомиться, так нюхается, я знаю. Ой, напряженный-то он какой. Мы слышно писали письма маме. Положи, сейчас никто не едет. Можно еще и батюшка передать? Я еду сегодня, он со мной хотел передать, я говорю, спроси у него. На, просчитай, мне некогда считать даже. Ой, скорее, пометить. А кого она, девчонок? Ну, пошел. Батюшка, это не твое. Ну, я не знаю, как. Это брала. Вася, вам уже сказали здесь не бить. Идите, здесь вам уже сказали не бить. Вот, на чурочке бейте. Ксюша, на скамейке не бейте, вам уже говорили. Вот, на чурочке бейте. Я у вас какая-то это, рэпана. Какая есть. Она легла, он ее пылит на нее. Рена, иди сюда, Рена, ко мне. Она не надо, она ляжет туда. Ляжет, он ее там все вывозит. Нет, иди, нет, Рена, она его целует, смотри как. Она его целует. Она сейчас шариком всего засовывает. Ну, мощный такой хвост. Рена, ко мне. Ну ладно, шарик-то дороже. Орешка. Не, не хочу. Не. Я хочу. Иди ко мне. Не связывайтесь. Вон они как орехи долго-то. Батюшка, победа есть? Нет, я уже победа. Конечно. Ну все. Так, Володя, давайте идите, шкурите. Принимаем все за работу. Дядя Володя! Дядя Володя!